Хотелось мне превратить наш город в кинофотостудию, почувствовать себя в шкуре режиссера. И вот, пожалуйста, я уже режиссер, фотограф, актер, сценарист и кто там еще, да хоть кто, и продюсер в том числе даже. Ну, хоть мне и за это деньги не платят, но я все-таки этим занимаюсь, несмотря на то, что у меня кредитов много, и они мне предлагают что-нибудь продать, что-нибудь занять где-нибудь. Я вот так подумал, буду работать, заниматься любимым делом, то, что я могу, то, что хочу, вот эти свои знания, умения, навыки, способности, талант, но видение попытаюсь просто продать потом. Может быть, кому-то, друзья, нужно что-то из этой сферы области. Покупайте, пожалуйста. Я не против.